Песню российского поп-короля переделали и посвятили своим учителям ученики Ставропольской второй школы. Музыкальный подарок прозвучал в честь юбилея второго дома. Первые участники сели за парты ровно 80 лет назад. Лучшие образовательные традиции здесь тесно переплетаются с инновационным прогрессом. Свидетельство безупречной репутации, золотой орден, отличник качества Ставрополья, а также отведенное место на доске почета Ленинского района города. Поздравить учреждение и его педагогический состав с юбилеем приехал глава города Ставрополя Андрей Джадоев. Я выражаю сегодня вам слова благодарности за ваш труд, за то, что вы полностью отдаете себя не просто работе, а детям. Все-таки детки – это несколько другое. Трудно назвать то, что вы делаете работой. Это что-то, знаете, вот на грани волшебства. Это то, что очень трудно понять и осязать. Яркий пример воспитания, патриотизма, смелости и человечности. Поступок 12-летней воспитанницы школы. Инна Гвоздикова спасла человеку жизнь. Теперь эта девочка – пример для сверстников, отметил глава города. Ученица 5 класса стала первой, кто получил подарок из рук Андрея Джадоева. После благодарственные письма за труд и отдачу получил коллектив учителей. Анастасия Романова, Владимир Кириллов и Александр Лукьяшко. АТВ «Ставрополь».